Оба в воздухе врезались! Это было классно! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Тим Куёка, Кошак, Енот, пацаны, поздоровайтесь! Дугу-гу! Всем привет! Дугу-гу! У нас сегодня очень классный ролик, потому что мы нашли карту, где есть большой трамплин над пропастью, и мы будем сегодня перепрыгивать на очень разных классных машинах. Эта машина будет GTA San Andreas и GTA 4. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. Пацаны, давайте для начала покажем, что очень легко перепрыгивать даже на вот этой вот машине. Так, разгончик возьмем и покажем. Вы тоже берите машины и пытайтесь перепрыгнуть на каких-то эпичных. Тут есть комбайны, КамАЗы, есть даже пожарки. А я, смотрите, на этой... поеду. Тут, не, ну ладно, ладно, это я, конечно, перехвалился. Нельзя перепрыгнуть было на той машине, она какая-то немножко опасная. Так, да, это медленная. Да. О, вот пожарка, да, перепрыгнет. На пожарке. Давай, поеду. Я с тобой рядом буду. Поехали. С шифтом жми. Во, чё ж ты без шифта, мы так не перепрыгнем. Давай, 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 давай. Ну... Пожарочка, в тебя верю. Нормально. Ну, да, нет, пока я вот. Это было эпично. Надо было, значит. Ну-ка, вот грузовичок летит. Я сел. У него такой планшетик. Прикольно сделано, полностью как в игре. Мы не перепрыгнем и этот раз. Хотели показать, как легко, но... Ладно, пошутили и хватит. Сейчас перепрыгнем. Вот сейчас, я уверен, перепрыгнет. Смотрите, летит. Пожарка рулит. Ну-ка. Ай-яй-яй. Типа, ну все. Тоже считается. Пацаны, давайте я вам сейчас реально покажу. Это было все шутки. Сейчас все будет по-серьезному. Сейчас я перепрыгну. Смотрите, видите эту фуру? Конечно. Садитесь, кто не боится. Ой, Дима, извиняюсь. Полетели. Да, смотрите, ребята, фура перепрыгнет. На Ctrl можно нажать от третьего лица. И... Фух! Смотрите. Четенько. И сейчас так же само... Да, и так же само сейчас назад перепрыгну. Потом, давай, интересно, с прицепом можно будет или нет? Прицепом? Кажется... Не, кажется, нельзя. Ну, блин, скорость-то хватает. Ну что, прыжок. Хорошая нитро. Еще больше перелетел. Вот это... А вы меня улучшили, да, грузовик, я так понимаю, или нет? Да, я тебе турбинку поставил. Я думаю, нифига себе она наваливает. Ребята, это какой-то монстр грузовиков. Кстати, еще в этом моде даже можно... и в этом нельзя, но я знаю, что скины можно менять. Ну это в GTA 4. Ну что, будем прыгать, да, на скорой? Ой, я хочу на... Давай, садись, я рядышком. Полетели. Давай. С шифтом, сразу с шифтом жми. Блин, ну и вот, знаешь, я уже вижу, что ты не перепрыгнешь. Блин, давай, да, наверное, без меня прыгай. Ты даже по полоске ровно проехать не можешь. Ну давай, 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 давай. Ух ты, вот это ты пузом ударился. Это было эпично. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. О, ну вот это ты перелетишь. Это с GTA 4, да? Да. Прям видно, что очень классный мод. Эти моды на постоянку у нас на роликах будут. Вот. Все добавлено в коллекцию. Гоночная. Давай, 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 давай. Перепрыгнул. Блин, ну сейчас упади. Ну что ты делаешь? Тихо, стой, стой, стой. Кошак, стой. Да ну нафиг тебя. На гоночный, смотри, полетел. Перелетел спокойно. Блин, я не увидел, как ты это сделал. Давай назад будешь. Я с тобой. Я боком. Давай. Давай, нифига себе, ты бочком валишь. От первого лица попробуй, ребята, от первого лица. От первого лица хреново все видно. Нормально, я все увижу. Ну давай, покажи, на что ты способен. Вот это скорость. Все, на сотку уже. Блин, прикольно. Так, ну что, давайте попробуем перепрыгнуть на какой-то очень интересной машине. Давайте, например, на вот этом грузовике смогу перепрыгнуть, как вы думаете? Смотри, Дима, есть вот такая интересная. Да, блин, там вообще столько техники добавилось нам. Просто нереально. Так, а что, подожди, я заключила? Дим, смотри, сейчас перепрыгну. Ну-ка. Я смотрю. 63 максимум едет она. А, нет. Нет, я видел, как ты вниз упал. А что если... Сейчас за тобой поедет еще машина и в воздухе на тебя прыгнет. Ну, возможно ли это будет? Вот, надо попробовать. Давайте сначала попробую так прыгнуть.
Блин, ну пока месть хорошо, но вот с турбочанджером лучше было бы. Блин, нет, ну не-не-не-не-не. Я паркуюсь, да? Сяду, поеду. Вы не против? Давай, Дим, меня качает. Погнали. Маленькая машинка. А ну-ка, давай, кошак. Я маленькая машинка. Ты даже стоять ровно не можешь. Ну это мы перепрыгнем, сразу видно, что валит хорошо. Как раз в притирку скорости должно хватить. Ну, блин, это было бы прикольно. Автобус. Да, гигантские эту штуку перепрыгнуть тяжело. О, на автобусе, с турбиной, все вместе, давайте. Сейчас, я затюню. Блин, ну мне кажется, этот автобус не перепрыгнет, он медленный. Дим, сейчас. Вроде можно дверь открывать. А, тут можно менять подвеску. Да? Право-лево. Да, ты только что сейчас сделал это. Ты включи третье лицо, смотри ты. Право-лево, право-лево. Это я разве делаю? Да. Двери открыл. Она открыла. Куда зашел? А, нормально зашел. Все. Поехали, давай. Вы готовы? Да. Давай, я буду внутри салона. Так надо нитро добавить или что-то мне? Да блин, он не едет. Вот давай, я накрутил плохо очень. Давайте я сделаю, чтобы он перепрыгнул. Я умею делать. Так, изменить свойства. Для начала нам надо... Сейчас. Я вижу, как кто-то изменяет ползунки, крутит. Ты не то делаешь. Вот! Вот, где-то здесь, вот сейчас. Вот, я нашел. Видишь, Дима, как я настроил? Да не, он как рахит едет, мне не нравится. Блин, как говно настроил. Да говняный у тебя это колобака. Я никого не трогал. Да я понял, блин, ну хорошо, давайте перепрыгнем. Ну, на тракторе. На тракторе, ну. Мне кажется, его можно улучшить, ребята. Сейчас мы улучшим его так. Только не трогайте, я сам сделаю все. Я на квадрокоптере перелетел. Ух ты! Тихо. На чем же попробовать? Стой меня. Отлично, смотрите. Вот это турбина, Дима. Ду-ду-ду, блин, передними колесами зацепился, вы видели? Сейчас я перепрыгну. Я это чувствую. На тракторе эпично. Надо как-то ему скорость добавить. Во, смотрите, на КамАЗе, давай. Я с тобой. Медленная. Ну блин, хорошо турбинка работает, слышно. Ого, на задних колесах. Не, неудачно и в этот раз. Что-то пошло не так. Так, это решил на каре, но она больше шуму издает. Так, смотрите, сейчас мы перепрыгнем на тракторе. Ставим трактор, изменяем здесь ему макс тоугл. И здесь мы ему увеличиваем лимит оборотов. Гольфкар. Ну-ка. Ой, скоро, смотрите, на тракторе. Блин, вот это я улучшил. Теперь я ему на любой машине перепрыгнуть. О, ребята, как вы думаете, смогу ли я сейчас перепрыгнуть на комбайне? Блин, я теперь научился тюнить машины. О, Дима. Сейчас. А ты на это переедь? Сейчас я на... Смотрите, еще раз на тракторе прыгаю, внимательно, в вашу сторону. Давай, сейчас тебя там собью. О, не собью, зафига. Ого, вот это был прыжок. Ребят, ну это же эпично, такое я люблю записывать. Дима, ты попробуй на этой машинке. Если, ребята, этот ролик наберет 2000 лайков, мы что-то опять снимем похожее. Какие-то карты на прохождение или что-то такое, дичь. Без сценария, без ничего, как есть. На этой смогу. Смогу, только ты ее не улучшайте, никто, я сам все сделаю. Смотрите, лимит. Ну что, вы готовы увидеть? Садитесь, кто ко мне не боится сесть? Нету, она одна. Хорошо, есть. Смотрите. Фигатор рванул. Ой, я все тут подряд клацаю. Как убрать это меню? Стойте. Вот, нашел. А, я тут буду. Смотрите на горку, как я прыгну сейчас. Опа. Перевернулся. Как говно упал. Прыжок на комбайне. Давай. Все ждали, дождались этого момента. Ты не поместишься. Так, лимит. Ты не поместишься. Макс-тогу. Ну что, не помещусь? Да, не поместишься. Вот, блин, точно. Ну давай, полетели. Давай я тебе помогу, смотри. А может снять? Стой, я знаю, как ты неправильно сделал. Там можно, наверное, модом убрать эту штуку. Можно? А, блин, только эта штука. Убирается, но только та часть. Ну, блин. А на чем можно еще пролететь? Хорошо, я сейчас на чем-то все равно прилечу прикольно. Слушай, а здесь есть велосипед?
На велике? О, кстати, было бы эпично. Ну и, наверное... На велике. GTA 4 и San Andreas великов не было никогда. San Andreas есть велик, но что-то его здесь я не вижу. Не добавили его. Хорошо, давайте... Ну, этот пролезет туда, челик? Да, пролезет. Так, лимит. Добавляем. Макс Тонго. Ну что, пацаны? Попробую пролезть. Вот это кабан. Ой. Смотрите, эпик. Боже, это было так красиво приземлился. Настолько идеально была скорость. Я прям четко приземлился, даже рессоры не сыграли. Готовы еще раз увидеть, как прыгает? Давай, давай. Экскаватор или кто это такой, уборщик? Давай, 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 родной. Ага. Ой, видел, как четко приземлился? Прям красиво по амплитуде полетел. Тогда это прям, знаете, ну вот захочешь еще раз так делать, уже не получится. Ну, рассчитан, комбайн рассчитан. Давайте еще на чем-нибудь таком эпичном. Так, 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 на КамАЗе прыгал, на тракторе прыгал. Этот кабака не влезет, да? Нет, не влезет. Ой-ой-ой. Не влезет. Но это на следующие ролики, когда мы карту найдем, похожую. Велика нету, да, ты говоришь? Велика нету. Я все пролистал, не нету велика. Так, 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 на какой... Давайте с GTA 4 на чем-нибудь прыгнем. Тут же есть машины. Попробуем, как они прыгают. Кстати, я понял, что вот эти машины легковые, они не разгоняются, да, сильно? Ну что, давайте, пацаны, сейчас кто со мной хочет перепрыгнуть по красоте? Да, смотри уже, как... Прыжок века. Бум. Блин, подвеска очень классно здесь работает. Попробуем с маленького разгончика. Как она долго разгоняется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Над пацанами пролетел. Ай, на желтой машине немножко не влез. Хорошо, у тебя колесо немножко сделало. Ну что, пацаны, раз такое дело, готовы на автобусе прыгнуть? Угу. То мы не смогли в тот раз, сейчас я сделаю вам на автобусе прыжок. Во, смотрите. Так, сейчас я его улучшу, и мы начинаем прыгать. Скины есть. Ага, разного цвета. Так, лимит. И... Ну чё, пацаны, вы садитесь ко мне? А, да. Я тут зацеп пытаюсь. Давай, сделать. Дима. Сел в автобус? Да. Один есть. Ой-ой-ой. Нифига себе. Надо бы Дима научился тунить. Ну блин, смотри, смотри, смотри. Ну, галиматьё. Ну, ладно, ладно. Ну, почему не получилось? Не знаю, вроде все сделал так. Я знаю, что я не так сделал. Все, сейчас все улучшу. Сейчас, ребята, я знаю, где моя ошибка была. Куда ты? Изменить свойства. Мы здесь сделаем лимит, сделаем макс тогл. И сделаем здесь, наверное, турбочарджер. Так, 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 так. Вот, эфэнси. О, смотрите. Прыжок удался. Вверх ногами. Видели, как приземлился? На колеса. Ой, эпично, ребята. И на колеса. Вот теперь это автобус настоящий для прыжков. Даже с такого... Ой, я вижу, как кто-то разгоняется на команде, на фуре. Прыжок. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой. Красиво. Красиво, красиво. Стой, стой, стой. Не психуй, не психуй. Извиняй, Дим. Давай сейчас еще раз вместе прыгнем. Ой, давай. Давай, за мной, лети. Кто-то там завис, я ему сейчас помогу. Ой, встал. Ну-ка. Мы в воздухе врезались. Это было классно. Вот это мы тайминг подловили. Кстати, я тебя выиграл, я перелетел. Ты дива. Да, я перелетел тебя. Так, надо бомбу активировать. Кошак, устани мне этого. Пацаны, ну что? Я не помню. Вы готовы умереть? Да. Она должна взорваться, когда приземлюсь. Прощайте. Нет, не взорвалась. Блин, просрала, пацаны. Сейчас еще разок. А что ж так бывает, разве? Да. И никак иначе. Ой-ой-ой. Ой, красиво.
Ну что там на той стороне? Ого, вот мой грузовик, смотрите! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.